Другим новостям. Песни о ГАИ. В Департамент внутренних дел Карагандинской области продолжают поступать заявки на участие в конкурсе «Часовые дорог» на лучшую песню о дорожной полиции. Как утверждают ведомстве, на сегодняшний день уже поступило 3 произведения, 2 песни и 1 стихотворение. К слову, одна из работ принадлежит жителю города Павлодар. Даже оттуда люди присылают свои заявки. Напомним, что для участия в конкурсе талантам необходимо до 2 ноября текущего года предоставить текст песни в печатном или демонстрационную аудиозапись в формате MP3 в Управление дорожной полиции ДВД Карагандинской области. Песня может быть на казахском и русском языках в живом звучании. Текст и музыка песни должны соответствовать теме конкурса. Состязание стартовало 19 октября. Оно проводится в рамках празднования 20-летия службы дорожной полиции Казахстана.